На повестку дня было поставлено 6 вопросов. Первым, что заслушали депутаты, это доклад начальника финансового отдела администрации об исполнении бюджета за 2016 год. Отчет главы администрации о результатах его деятельности и деятельности администрации был признан единогласно удовлетворительным. Третьим рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования. При единогласном решении всех депутатов нежилой городской фонд в третьем микрорайоне был передан безвозмездное пользование казачьему обществу, а в общеобразовательных организациях нежилой фонд передан под медицинские кабинеты. Подробно с этими и другими решениями городского совета можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Решения горсовета», а также в городской газете «Десна».